измерить температуру на входе, продезинфицировать руки, а еще показать QR-код. Одинцовский историко-краеведческий музей продолжает принимать своих посетителей, но только в безопасных условиях. Все сотрудники находятся в масках, и люди, которые к нам приходят, они тоже должны иметь средства индивидуальной защиты. Это обязательное условие для посещения. Более того, для того, чтобы купить билет в музей, это у нас происходит все бесконтактно через сайт. Экскурсионные группы приходят по сеансам, не более 7 человек. На полу разметка, дистанция по-прежнему важна. После каждой экскурсии проходит дезинфекция помещений около 15 минут, отмечают сотрудники музея. Мы можем гарантировать нашим посетителям то, что у нас стоят специальные средства для обработки рук, у нас обрабатываются помещения, у нас каждые 2 часа проводится влажная уборка, проветривание. Мы не прекращаем свою работу в этих сложных условиях. Сразу хочу сказать, что весь коллектив музея привит, у всех есть QR-коды. И мы, что называется, с чистой совестью можем принимать людей даже вот в таких достаточно жестких условиях. Кроме того, музей продолжает свою работу в режиме онлайн. Ну а безопасность при посещении превыше всего. Гостей просят отнестись с пониманием и соблюдать совсем несложные правила. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».